Страх. Что мы знаем о нем? Мы его чувствуем, когда он нас сковывает. Он сопровождает нас с детства до ухода из жизни, до глубокой старости. И сам момент смерти представляет собой тоже страх, страх смерти. Мы с ним проживаем всю жизнь. На страхах рождаются болезни, на страхах рождаются панические атаки, на страхах рождаются психические расстройства. С чего начать при работе со страхом? Это самый важный вопрос, на который вы сегодня получите ответ на курсе «Страх» из цикла «Собираем себя». Именно сегодня мы прикоснемся к страху и одиночества, и страху смерти, и познакомимся со своими архетипами в подсознании черной и белой. Начнем первичное взаимодействие, начнем первичное движение к себе. Первичное, потому что на самом деле все, что касается страха, лежит значительно глубже, но туда надо прийти. Это уже продвинутая программа, которая будет осенью. А сегодня первый вход в страх, первое знакомство с собой и со своими страхами. Первое вскрытие нарыва нашей психики. Если вам интересна работа с собой, если вам интересно познакомиться со страхом, принять себя через призму страха, убрать вот через эту призму ограничений, которые мешают вам грузиться в инфодайвинге. Потому что пока есть страх, обычно страшно погрузиться. Почему? Потому что мешают религиозные программы, мешают сомнения, мешает непринятие себя, мешает незнание себя и так далее. И человек тормозит и не может связать это со страхом. Просто почему меня тошнит от того, что я гружусь в себя? Почему у меня кружится голова? Почему я ничего не вижу? Почему чернота? Почему? Почему? Эти ответы вопросы возникают, а ответ банален. Страх себя, страх войти, страх познакомиться со своими архетипами, а это смерть. В нашем подсознании живет смерть, белая и черная. Давайте сегодня со всем этим познакомимся, для того, чтобы осенью пойти значительно глубже и разобраться с первоисточником страха, откуда же он приходит. Потому что вся материализация лежит через страх. Вся. Но значит, у страха есть другая грань. Но это чуть позже. Для этого надо осознать то, что мы будем осознавать сегодня. Осознать здесь и сейчас. И в жизни уже использовать как знание. Итак, сегодня в 19 часов у нас однодневный курс «Страх». Он пройдет с 19 до 22 часов с платформы Subrition, subrition.com. Если вам интересно, подключайтесь. Он будет идти в записи. И мы ответим письменно на те вопросы, которые вы будете задавать в чате. До встречи, друзья, на курсе.